Стоять перед камерой Глеб Лунин не привык. Его работа – смотреть на мир через объектив фотоаппарата и ловить те самые моменты, на которые обычный человек, может, никогда и не обратит внимания. Один из таких снимков – вот это фото губернатора, сделанное на фоне цехов Магнитогорского металлургического комбината. Для фотографа, для любого, именно цены не документальные снимки, а именно сделанные в каких-то кулуарах, то есть незаметно. И вот этот снимок, он как раз относится к этим снимкам. Просто бегать, нажимать на кнопочку не получится. Здесь вот именно было сделано, по-моему, 10 таких кадров примерно, 10-15, и вот выбран лучший кадр, где эмоционально все передавалось. За всеми снимками жизнь сразу нескольких поколений южноуральцев. Строители магнитки и первых колхозов, тружеников тыла, фронтовиков и создатели ядерного щита России. Не обошли вниманием создатели выставки и события современности. Появилась традиция возвеличивать человека труда. И это важно, поскольку вот эти люди или такие люди, значит, титаническим своим трудом построили те фабрики и заводы, которые представлены на этой выставке, начиная с простой лопаты, лошадки и заканчивая огромными цехами. Для фотовыставки на плакатах размещено слишком много текста. Именно поэтому экспозицию назвали «Страницы истории Челябинской области». А серебряными они стали потому, что большинство снимков сделаны на бромо-серебряной бумаге. Добавлю, что откроется выставка 17 января в Театре оперы и балета. Анастасия Мельникова, Владислав Шишмаренков, СТС, Челябинск.